Ребята, всем привет, доброе утречко. Я только проснулась, буду идти в школу, но сначала мне надо почистить зуб, умыться и покушать. Сейчас я буду кушать, потому что очень хочу кушать. Ну что, ребята, пойдемте кушать. Я буду кушать хлопья, как всегда. Обожаю хлопья. Я пришла уже на кухню и буду есть вот такие хлопья. Буду что-то пить, думаю, я буду пить молоко с трубочками. Вот такие у меня есть трубочки, я думаю, я буду пить шоколадный. Мне она больше всего. Ну и, конечно, буду смотреть что-то интересненькое. Ладно, давайте насыпем уже мои хлопья. Ребята, а всем, кто кушает, конечно же, приятного аппетита! Я решила добавить еще побольше хлопьев. Давайте их добавим. Побольше насыпала, видите? Ну и я беру молочко и трубочку. Ну и еще раз всем, кто кушает, приятного аппетита! Ребятки, сейчас я иду чистить зубы и все такое. Ребят, ну что, я начинаю чистить зубки. Настраиваю сначала воду, чтобы она была теплая. Ну и начинаю чистить зубы. Я уже почистила зубы, но у меня есть вот такой ополаскиватель специально, клубничный вот такой, и я его использую почти каждый день. Иногда я забываю его использовать, иногда нет времени его использовать. Но... Ну все, теперь мне вытереться и пойти одеваться. Мой наряд уже готов. Вот такой наряд я одеваю. Я одеваю Мишку. Шучу. Мишка, ты иди подальше. Оп. Вот такой наряд я одеваю. Такие прикольные лосинки и кофточку со звездой. Ой, я забыла, надо расчесаться еще. Ну что, расчесываемся. Волосы такие запутанные, хотя вчера они нормальные были у меня. Ну, не так-то и тяжело сейчас их расчесать, как постоянно это бывает. Теперь с этой стороны. Кончики. Мне все предлагают стричь, но я не хочу стричь. Когда у меня будет длиннее волосы, чем вот эта длина, то тогда я буду уже обрезать. А сейчас мне эта длина волос устраивает. Так что, ребятки, встретимся, когда я уже оденусь. Я уже оделась. Я делаю другие лосины, потому что у нас сегодня физкультура, и я не очень хочу переодеваться. Сейчас я одеваю носки и попрошу маму, чтобы она меня заплела. Потому что пока я сама себе не могу заплести колоски. Для меня это сложно. Для кого тоже, девочки, пишите в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. Ну что, я пойду заплетаться. Я уже заплетенная. Ну а сейчас я побегу в школу. Нет, сначала мне надо проверить рюкзак. А он у меня стоит вот здесь. Проверяем рюкзак. У меня он вот такой. Так, пенал есть, проверим все в пенале. Фломастер у меня есть, ручки есть. Главное, сегодня ручку не забыть. Так, где она у меня? Она у меня на месте. Вот она. Дальше. Берем дневник и по дневнику смотрим. Ой, не ставится. Ой. Выпала офицерская линейка.
Кстати, хорошо. Мы ее тоже проверили. Она у меня в рюкзаке есть. Так, по дневнику. Смотрим. Литература. Нет, информатика. Вот. Информатика. Информатика есть. Украинский. Украинский есть. Математика. Математика есть. И физкультура. А физкультуру нам надо взять. Ребята, не пишите в комментариях то, что типа нету книжек с математики и с литературы. Я их оставляю просто в классе, а так занимаюсь на планшете. Чтобы был не такой тяжелый рюкзак. Ложу дневник с линейкой сюда. Закрываю. Ну и топ-топ в школу. Ребята, я уже вышла и хочу вам сказать, понравилось вам утро? Пишите в комментариях. И хотите ли вы продолжение этого утра? Тоже пишите в комментариях. Ну а на этом всем пока. Пока-пока. До завтра. Или до новых встреч.